Жесткое столкновение двух пассажирских автобусов произошло сегодня в центре города. В результате ДТП пострадало 3 человека. Авария произошла в 8 утра на пересечении проспекта Ленина и улицы Северо-Западной. Водитель 60-го автобуса во время движения нарушил правила очередности, после чего врезался в 29-ю «Газель», пояснили в краевой госавтоинспекции. В аварии пострадало 3 пассажира «Газели», 2 женщины и молодой человек. С телесными повреждениями их доставили в первую горбольницу. Оказали медпомощь, госпитализация не потребовалась. Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Напомним, в конце прошлого года пассажирский автобус врезался в столб. Тогда пострадало около 20 человек. Многих госпитализировали.